Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы будем готовить чудесненький салатик. Мега полезный, мега сытный, мега... Что еще у нас мега может быть? Мега минус инсулиновый чудный салатик. Рыбный. Значит, салатик мы будем делать из брокколи. Брокколи, калифлор... Как же это по-русски называется? Это называется у нас цветная капуста. Зеленый горошек свежий, зелень, морковка, помидоры, перцы болгарские, авокадо мое обязательно любимое. И вчера приготовленная на пару макрель. Это рыба, которая максимально содержит единственное, даже гораздо больше, чем сальмон. Не помню, как по-русски называется сальмон. Сальмон и авокадо содержат омега-3 немыслимое количество, поэтому сегодня мы делаем супер полезный салатик, который у нас и обед, и ужин. Первое, что я делаю, я режу морковочку. На самом деле ее гораздо проще поделить этой терочкой, которая делает корейскую эту полосочками морковку, но я не могу купить как вообще хорошую турку, сколько уже покупали, они все какие-то фальшивые и не работают. Когда найду, буду тереть. Пока я вот мучаюсь вот так режу морковочку. Самое сначала, что надо, так как у нас горошек свеженький, полезненький, у него прекрасная клетчатка. Я его, потому что он слишком твердый для салата, я его чуть-чуть припускаю. И занимаюсь морковкой. Макароны я режу. Морковочка у нас, хоть я ее и люблю, но она у нас не частый гость в питании, потому что у нее высокий гликемический индекс, высокий индекс инсулиновый, но этот салат без морковочки грустный. Поэтому иногда мы себе позволяем поесть морковочку. Иногда даже свеколку, потом как-нибудь расскажу. Чудесный салат из свеклы, свежий, вообще. Но сегодня мы готовим киберполезный наш салатец. Богатый клетчаткой, микроэлементами, богатый омега-3. Две, пожалуйста, порежу две морковочки. И одна такая, не очень большая. То есть, по сути дела, в нашем питании присутствуют все мясные продукты, все рыбные продукты, морепродукты, все молочные продукты, большинство овощей полезных. Полезных, я имею в виду. Но единственное, надо что запомнить, это если мы хотим худеть, на момент, когда мы худеем, морковочка у нас остается за бортом жизни. Морковочка, свекла и картошечка. Но когда мы не худеем, мы уже в прекрасном, замечательном весе, мы иногда можем ее есть. Главное знать, когда. То есть о расписании, о том, когда и какие продукты есть, читайте меня в блоге по поводу... Я думаю, во второй части и в третьей части инсулинорезистентности. Постов об инсулинорезистентности. Иногда можно. Мы
начинает закипать. Морковочка готова. Что мы делаем с морковочкой? Мы ее чуть-чуть присаливаем, потому что иначе из нее никак ее не подавить. И чтобы она стала мягче, потому что вино в салате невозможно, когда она твердая, ее надо подавить. Как там было в Алисе в Зазеркалье, подавить их, сказала королева. Мы их подавляем. О, у нас закипел горошек наш. Буквально его пару минут он покипит. И я его выкину. Так, морковку мы подавили. Соль мы отставляем в сторону. Следующее у нас брокколи. Поплавим. Брокколи, мы знаем, что все виды капусты — это лучшая клетчатка, это богатство. Салат мы не будем такими большими делать их. Поэтому их режу. Такие вот детальки. Можно мельче, кому нравится. Можно крупнее. Я люблю, чтобы они чувствовались, что там есть. Упали наши брокколи. Ну ничего, это не страшно, так как мы их будем подавать кипяточком. Так, вот еще одна. Брокколи наши есть. Мы их складываем в ситечко. Ситечко у нас стоит в тарелочке. И буквально на 5 минуточек мы будем их заливать кипяточком. Какой-то пакетик, этот горошек у нас. Да, горошек у нас закипел. Пару минут поварился. И я его выключаю. Он стоит в таком виде еще какое-то время. Еще минут 5. Следующее. Пока у нас греется чайник для брокколи, мы режем наш капустный цветочек, как у нас называется по-испански, колифлор. Капустный цветочек мы режем. Цветную капусту. Таким же образом, как и брокколи, разбираем ее на запчасти, на махоньки. Чайник у нас согрелся. Заливаем на 5 минут наш калифорчик. Тарелочки, вот он там стоит. Разбирать цветную капусту. Белую цветную капусту. Редко попадается. Кстати, она разноцветная. Вообще ни разу, наверное, не видела здесь. За что ее цветной назвали? Так, вот все наши капусточки, любые, брокколи, брюссельская, цветная, обыкновенная капуста, кейл,
все это богатство. Это богатство, которое мы должны на нашем правильном питании постоянно есть. Это витамины молодости и микроэлементы молодости, без которых нам не жить. Мы забрали нашу капустинку. Сейчас посмотрим. Пожалуй, еще можно чуть-чуть. Смотреть на нашу брокколи. Ай, горячо. Я думаю, достаточно даже этих 2 минут. Она уже не будет такая твердая. Она будет прекрасная в салатике в нашем. Ой, ай. Сейчас мы ее поймаем. Высыпаем это отсюда. Листики туда же. Все, сплошная польза. Так, власть. Ауч, горячая. И теперь таким же образом поступаем с нашей цветной капусточкой. Тут уже у нас есть горячая водичка. Мы ее чуть-чуть отольем лишнюю. Зальем кипяточком. Вот так она у нас лежит. Пока у нас лежит цветная капуста, мы разбираем вчерашнюю. Вчера я на пару приготовила рыбину. Не успела вчера сделать салат. Поэтому она у меня со вчера разбирает нашу рыбу. Можно на самом деле делать из консервов. Как бы, когда нет прямо вот свежей рыбы, косточки нам не нужны. Шкура нам там тоже не нужна. Мы выбираем мякоть только. А макрель, я не знаю, в русском варианте продают в магазинах макрель. Если не продают в магазинах макрель, то ставрида ее брат родной или сестра, не знаю. Это лучшая рыба по содержанию. Вот тут у нас мелкие косточки, мы их вынимаем. Не надо нам их в салате. Лучшая рыба по содержанию жирных кислот омега-3. То есть пропагандируется активно очень сальмон. Боже, как же он называется по-русски-то, я не помню. Ну, неважно. В общем, все знают, что такое сальмон. И он везде активно пропагандируется как лучшая жирная рыба, как лучшая рыба, содержащая самое большое количество кислот омега-3 и бла-бла-бла. На самом деле 90% этого самого сальмона на рынке продажном существует только из, то есть садковые, только искусственно выращенный сальмон. 10%, я не знаю, кто его ест, который настоящий, который в океане выловленный, или там, где его вылавливают. 90% этого сальмона у нас, который нам предлагают все время покупать и есть, оно искусственно выращенное. Это искусственно крашеное, полное антибиотиков, не знаю чего вообще рыба, в которой нет ни хрена никакого омега-3 и вообще ничего полезного. Но существует рыба-макрель, которую никто никогда нигде не превозносит и не пропагандирует, потому что она дешевая. Так вот, эта вот дешевая рыба-макрель, брат родной ставриды или сестра, они оба, и ставрида, и макрель, они гораздо больше содержат омега-3 жирных кислот. Если вы хотите пополнять свой рацион омега-3, ешьте макрель и ставриду. Не гоняйтесь ни за какими сальмонами, потому что все это пропаганда не настоящая. Сальмона настоящего нам уже давно нигде не найти.
Ну, вот так вот, между делом, пока мы разбираем рыбу, ну, это быстренько, уже у нас прошло 5 минут даже. Быстренько вынимаем наш брокколи. Вот у нас рыбка тут. Ой, цветную капусту. И дальше продолжаем чистить рыбу. Еще очень хорошая рыба по содержанию омега-3 тунец. Но я думаю, что в России его не менее сложно купить, чем сальмон искусственный этот. Хотя она все еще натуральная. Рыбу тунец вылавливают в океане, не выращивают ее ни в каких садках. Она очень хорошая, замечательное у нее мясо и польза сплошная. Но это совсем не дешевая рыба. У нас, например, на больших атунерах, это фабрики, где делают тунцов в банках на весь мир, когда везут тунца, то есть еще рыбин самих, они огромные, во-первых, они длиной с КамАЗ, наверное, по 10 метров бывают, ну не по 10, но метров под 5, наверное, точно, и везут их, автоматчики сидят сверху, реально, то есть это золото вообще, на вес золота, рыба на вес золота. Ну, так как мы готовим из продуктов, которые нам доступны, и при этом не менее полезны, чем какие-то недоступные волшебные продукты, обратите внимание на макрель и ставриду. Этот салатик, кстати, можно. Я делала на пару рыбу, потому что у меня нет сейчас копченой рыбы. У меня есть коптилка, и мы коптим периодически, потом расскажу как-нибудь. Можно делать, и будет он вообще офигенно вкусный, из копченой рыбы. Той же самой, кстати, ставриды, которая горячего копчения в России, или холодного, это не важно вообще. Но копченая рыба там будет замечательно в этом салате. Ну, я сегодня делаю его из... Ой, что, костей, тут костей. Ай-яй, упала косточка. Ловим ее. Я делаю сегодня из паровой рыбы. Но копченая там будет просто чудесно. В следующий раз, когда будет копченая, буду делать салат с копченой рыбой. У меня их несколько вариантов этого салата. Поэтому в следующий раз будет вариант с копченой рыбой. Нет. В общем. Ну и вот, подошла к концу наша рыбина. Разобрали мы ее. Все, косточки у нас валяются, голову не буду разбирать, кошечки одна соседской. Хотя в голове есть мясо. Мозги. Опять же. Так, все, разобрали нашу рыбу. И мы ее разобрали, идем мыть руки и заодно сольем наш зелененький горошечек. Предлагаю, почему всегда свежий, потому что свежий зеленый горошек, он полезный. А то, что в банках, мы вообще не едим в принципе. Потому что там всякие лежат куча Е, лежат всякие стабилизаторы, антиоксиданты, я не знаю, что там еще лежит. Свежий наш вкусненький горошек. Ля-ля-ка. Вот мне опять, как обычно, не хватит тазика. Я вечно делаю так, что мне не хватает предметов. Вернее, объема предметов. Далее. Один помидорчик. Можно даже два будет. Ну, мы посмотрим по объему. Я им режу кубичками. Как обычно, в этот салатик. Не ездить минут. Помидорчик, веди себя прилично. Режем кубиками помидор. Это у нас богатый ликопен, который нам нужен. Так, один маловато будет. Два. Ой, зелененький какой, вот еще с помидорчиками, засада, конечно. Где бы найти настоящих помидор в нашей жизни волшебной? Я знаю, где, но это далеко.
У нас в горах, в городе Куэнто, до сих пор выращивают настоящие овощи и фрукты. И там, как в детстве, реально у бабушки откусываешь помидор, и он настоящего вкуса. Или огурец, например. Так, два помидорчика. У нас сюда вошло один, пожалуй, болгарский перчик. Для вкуса. Он вообще там не обязателен. Чем больше ингредиентов, тем вкуснее. Мне так кажется. Я его тоже мелко режу. Не знаю почему. Сегодня я его режу мелко. Я его режу полосочками. Ну, сегодня что-то у меня порезалось мелко. Вот так. Луковичка. Лучок у нас волшебство просто. Без лука никакой жизни. Во-первых, эфирные масла. Эфирные масла лука, фитонциды лука в лабораторных условиях, скажем так, убивают палочку Коха за 10 секунд. Туберкулезный, то бишь палочка Коха, это у нас туберкулез. Так вот, фитонциды лука убивают. К тому же лук у нас обладатель самого большого количества витамина П и ПП, которых в остальных местах очень мало. И главный ингредиент, мой любимый, авокадо. Уже перележал немножко у меня авокадо. Дозревает очень хорошо. Доходит без холодильников, без всяких. Главное не пропускать момент. Авокадина. Если у вас нет авокадо, я, конечно, всегда советую. Это единственный заморский фрукт, который я рекомендую и советую всем. Не только женщинам, но и мужчинам. Потому что волшебнее нет ничего. Он настолько прекрасен, как и удивителен. Он самый богатый, что кажется, как будто бы мы едим масло авокадо. А на самом деле у него клетчатки больше, чем во всех остальных овощах и травах даже. У него что-то около 19 грамм на 100 грамм. Это нереально большое количество клетчатки. У него огромное содержание омега-3, которого нам не хватает в нашей жизни. Ну что ты не хочешь чиститься авокадо? Поэтому это единственный заморский фрукт, который я советую всем в обязательном порядке, по возможности всегда есть. Нам везет, конечно, мы их покупаем задешево, потому что у нас они тут живут. Мы едим его раз или два в день, обязательно авокадину съедаем на двоих. Тоже миленькими кубочками, ну не такими миленькими, средненькими. Кубичками. Вот такими вот. И туда. Если у вас нет авокадо, не надо плакать. Можно вместо авокадо положить яйцо. 2-3 яйца, 4, сколько вам нравится на этот салат. Я вот считаю, что одной авокадины мало, но бог с ним. И моя любимая киниза в нашем названий кулантра. Зелень вы можете класть абсолютно любую, какая вам нравится. Единственное, я думаю, вот укроп не подойдет. Хотя бог его знает. Может быть и подойдет. Зелень не особо мелко. Потому что без зелени нам тоже никуда. Зелень у нас богата калием, витамином С. Чем только не богато. К
Я и думала, у меня не влезло ничего, как обычно, поэтому я пересыпляю побольше в тазик. Салатики у меня всегда так выходят, тазики громадные. Но это можно есть бесконечно много, потому что там калорий минимальное количество, пользы максимальное количество. Так, присаливаем. Не очень много, там потом можно при желании кому надо досолить, но я не ем очень много соли. Мое любимое масло авокадо. Я не знаю, в России, наверное, его не бывает, поэтому оливковое. Оливковое масло. Самое-то главное я забыла. Я еще обычно кладу в этот салат острые перцы. Всегда. Свежепорезанные халапеньо, зелененькие. Но так как у меня... Я про них забыла совсем. Поэтому я свои перчики доставать, конечно, не буду. Это страшно в салат. Но масло острое я налью. Он такой остренький немножко должен быть, этот салат. В следующий раз, когда я другую вариацию буду показывать с копченой рыбой, тогда я сделаю с острым перцем. А здесь мы сделаем вот так. Просто острый перец в сухом виде на крошем. Посолили уже, масло мы налили, и теперь надо нам помешать. И теперь это дело помешать. Черный перец еще я забыла. Сейчас мы тоже сделаем. А еще вкуснее этот салат, когда он реально простоит. У меня почему-то, я не знаю, на завтра я люблю продукты всегда гораздо больше, чем свежеприготовленный. Но когда чуть-чуть постоит, продукты все пропитываются друг другом вкусом, вкусом друг друга, и просто вообще потрясающий салат делается. Его можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. Здесь у нас белок, прекрасные наши омеги, прекрасные наши... клетчатка, микроэлементы, витамины, все в одном комплекте. При этом низкоинсулиновый и низкогликемический. То есть самое то, что нам нужно по жизни. Чуть не забыла я мой любимый черный перец, свежемолотый. В обязательном порядке, он у меня уже заканчивается. Я его много везде кладу, поэтому у меня заканчивается моментально. Обязательно. Без черного перца никак. Я, наверное, его везде кладу. Так. Все. Салат наш готов. Низкокалорийный к тому же, потому что все овощи у нас с минимальным инсулиновым и гликемическим индексом, они все минимум калорий. Рыба, макрель, несмотря на жирность, она тоже низкокалорийная из рыбных и мясных продуктов. То есть прекрасный белковый горошек у нас. Горошек у нас белковый. Овощной белок, рыба у нас мясной белок. В общем, красота. Вот такая вот супер красотенюшка. Сейчас я ее сложу в тарелочку. Все, уж так у меня тут уже потемнело совершенно, пока я готовила. У нас на экваторе 6 часов, 12 часов в день, 12 часов в ночь. Поэтому темнеет вечером, когда самое время есть, и я готовлю, у нас уже темнеет. Вот такой вот замечательный салатик. Вот, меня посветили
приятного вам аппетита, ешьте на здоровье, худейте, правильно питайтесь, выздоравливайте, избавляйтесь от всех болезней, читайте все полезности у меня на блоге, подписывайтесь на мой видеоканал, также смотрите видео полезные на канале моем, ставьте лайки, всем пока-пока, здоровья всем и любви!